maximum ceiling. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Максимум скорости. Северная радиостанция Азия. В эфире новости с Робином Эшкрафтом. Сражайся, Тарантино! Максимум силы. Максимум скорости. Максимум силы. Максимум скорости. Какова его природа? Представляете? Гриф 1-9, это хищник. Слышишь меня? Отбой! Слышу тебя, хищник, это девятый, говори. Ты что там, дурака валяешь? Хищник, в чем дело? Девятый, тут все серьезно. Сажай свою птичку, быстро! Никак нет, хищник. Адмирал Моррисон приказал всем возвращаться. У меня на борту раненые. Девятый, пересади раненых на другой самолет. Это приказ из Пентагона. А у меня здесь командир спецназа. Так что пока я не получу приказа сверху, ничего не выйдет. Блин. Извини, хищник, удачи. Гриф 2-4. Выполняю. Понял, направляюсь к авианосцу. Отбой. Понял, где тебя черти носили? Долго рассказывать. Меня чуть не грохнули на мосту. Ему приказали эвакуироваться, псих. Помогая тебе, он нарушает прямой приказ. А теперь двигайся прямо к контейнеру. Ты должен отстоять его любой ценой. Знаешь что? Забей. Если бы я мог, то был бы там. А теперь пора мочить этих засранцев. Отлично, помогай. Тебе нужны пушки посерьезнее. Видишь разбитый Си-18 на посадочной полосе? Я слышал, что этот самолет перевозил наше последнее экспериментальное оружие. Плазменную пушку для ближнего боя. Я загрузил код доступа. Давай за ней. Привет, малыш. Ты посмотри, какой здоровый. Как думаешь, может, это пришельцы? Черт его знает. Давай просто замочим его. Я с тобой, брат. Ты должен уничтожить его, псих. Мы не можем рисковать нашим последним транспортником, пока эти твари находятся на аэродроме. Есть, мэм.
вот это совсем другое дело. Максимум скорости. Насчет инцидента с синим кодом. Забей! Ты, конечно, засранец, но иногда даже засранец может оказаться прав. Отличная работа, псих. Ты просто молодец. Спасибо, мэм. Ты тоже молодец, О'Нил. Забирайте контейнер. Дорога к авианосцу свободна. Понял, мэм. Громко и четко. Псих, двигайся к контейнеру. Я на подходе. Ну что, брат? Это он? И что в нем такого особенного? Она не самоликвидировалась.
기폭장치를 가져오라오! Отвезем ее в Корею для инженерного анализа. Нил, я убил пилотов. Вытащи нас отсюда. Становится жарковато, а? Я британец, ты балбес. Лови. Поздоровайся с друзьями. Эта чертова штуковина слишком тяжелая! Толчок бы мне не помешал! Точно все. База — это Сьерра-2. Последняя птичка на острове. Беру курс на авианосец. Мы едем домой. Ты как, Намат? Ты обезвредил боеголовку? Старина Намат всегда печется о своей миссии. Давай-ка выбираться отсюда.